Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Депутаты Верховной Рады Украины сегодня, 13 ноября, рассматривали вопрос внедрения открытого рынка земли. За то, чтобы проект был принят в первом чтении, свои голоса отдали 240 народных депутатов ВРУ. Парламент все же смог принять в первом чтении закон об открытии рынка земли и ее свободной продаже. После весьма длительных обсуждений, которые начались в 09 часов утра, в сессионном зале Рады депутаты пришли к тому, что приняли проект закона в первом чтении. В общем, за него проголосовали 240 народных избранников. Из них 227 от фракции «Слуга народа». А еще 13 голосов дали внефракционные. Теперь же документ ожидают правки и работы в профильном комитете. Также стоит отметить, что остальные фракции публично заявили, что не станут поддерживать проект закона. В свою очередь, ОБЗ до последнего блокировал трибуну в парламенте Украины. Напомним, ранее мы уже сообщали, что 1 гектар земли в Украине, после того, как будет открыт рынок земли, будет продаваться на уровне 2200 долларов. Такое заявление во время интервью радио НВ озвучил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.